Маленького гиббона сегодня выхаживают сотрудники пензенского зоопарка. Мама отказалась от своего детеныша, и работники самостоятельно продолжили вскармливать малыша. Белощекова Антонио кормят из бутылочки детской смесью, следят за его гигиеной и уже начинают с ним играть. Все время трехмесячный малыш проводит в специальном устройстве, которое поддерживает оптимальную температуру для его роста. В возрасте ближе к 9 месяцам к году он будет переведен в специальный манеж, где он сможет уже самостоятельно обходиться без каких-либо приспособлений. Он уже будет оттачивать навыки лазания по деревьям, когда он уже сможет кушать твердую пищу и полностью откажется от молочной смеси. Опыт вскармливания гиббонов искусственным питанием – это уже не первый. Мы уже выкормили до этого 2 гиббона. С приходом тепла детеныша гиббона выведут на прогулку, а когда он подрастет, его рацион питания разнообразят фруктами.